Ребята, вопрос от OLTV. Напишите в комментариях, как зовут этого аниматроника и с какой это части. Кто напишет первый и правильно, попадет в начале ролика. Жду ваших ответов, а мы начинаем. И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанек, Уга-Буга, OLTV. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня нам предстоит выживать в доме с игры FNAF 4. И спеть, кушайте, приятного аппетита. А у нас крутецкая рубрика «Аниматроники дают охранника». Пацаны, боитесь? Не. Я боюсь. О, здесь такие звуки стрёмные, вы слышите? Да. Так, давайте сначала изучим этот дом. Блин, ну в VR круто вообще смотрится все. Блин, мне уже казалось, что кто-то за окном стоит. Вот это меня проглючило. Да нереально. А телевизор работает? Не, он не подключен к розетке. Он старый какой-то еще. О, камин. Так. Кстати, здесь кто-то недавно был. От дров идет тепло. Вы слышали? А то я закрыл дверь. Блин, я всех звуков боюсь в этой игре. Так, пацаны, бежишь за мной. Идемте наверх. Слышали? Что за звуки на этой карте? Так, пацаны, мне надо кое-куда сходить. Ой, давай выйдем, а то он... Так, сейчас... Немножечко юмора привнесем в ролик. Ребята, если вам нравятся ролики в VR, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, залетайте в наш Discord, пообщаемся, поорем и можете даже попасть к нам в ролик. Так, после туалета надо помыть руки. Так. Понюхай, пахнут? Да, мыльцом. А, хорошо. А эту руку я не мыл. Эй, ты что тут делаешь? Я просто сундук хотел открыть. Эй, не воруй ничего. Ну, это ж карта в аренду взята. О, библиотека. О, здесь круто. Очень атмосферная карта. Кто ждал в наших роликах бабушкины калитки, вы дождались. Ай. Аккуратно, пацаны. По носу ему дал. Это ж хорошо, так осторожно. О, смотрите, кто на диванчике сидит. Кексик. О, так подожди, а его не должно здесь быть. Эй! А я могу его взять? Попробуй. Я кровать... Пацаны, короче, после записи мы эту кровать заберем. А что там под низом? Эй, это что, постелька? Так подождите, стойте, я ее положу, как она была. Вот так было? Да блин! О! Ребята, настроение просто офигительно. О, люстра. Эй, ты чё, живой, что ли? Отвали. Так, уходи. Ай, он кусил меня. Ты что, сумасшедший, что ли? Слышь, отвали. Осторожно, тебя убить может. Я могу даже так ему ворота поднять. Все, уходи. Уходи. Он не хочет, походу. А, не хочешь, да? О, я могу эту штуку взять? Это телефон. Я могу здесь все брать, блин, это так круто. Так, пацаны, куда будем звонить? В пиццерию. Да, давай пиццу закажем. А чё, он теперь в воздухе висит. Эй, телефон. Эй, не кусайся. Ах ты, зараза, вот так, да, ты с нами? Мы к тебе со всей душой. Да, блин, этот телефон надо как-то убрать. Я его не могу убрать. Ладно, пусть он так и висит. О, я могу сюда зайти? Блин, я не могу зайти, а было бы... О, двигать можешь. Так, стой, стой, стой. Сейчас. Подожди, а я его вроде как двигал, вы видели? Ну да. Это ты нажимаешь? Нет. Да. Ой. Эй, бабушкины нет калитки. Эй, а ну стой, стой, дай я поправлю. Стой, я что-то... Отлично. Так, вот он, я его вижу. Невидимый. Наоборот, ему дал пройти. Так, вот он, вот он. А как он выйдет? Надо же нажать кнопку, чтобы он вышел. Он не выйдет отсюда. Не выйдет? Не, он тут жить будет. О, ушел, отлично. Ой, за пацаньком побежал. Все, ты не зайдешь. Так, ворота отключены. Эти бабушкины калитки очень жесткие. Ну, пацаны, давайте я рискну, я встану, а вы их откройте. Замочит меня или нет? Я готов. Ух ты, блин, ничего себе, оно меня оттолкнуло. А ну, человек. А!
Нажимай! Да, блин, а где этот псих? Вот он! А, псих! Осторожно! Это ненормальный какой-то аниматроник. Есть, блин! Ой, нашел, замочил! Так, я выдержу. Да, блин! А, он меня ранил! Как ты, блин? Я бегу, я быстрее, надо свалить. Я тоже. А, он со мной! Блин, он меня чикнул! Слышь, ты че сегодня такой жесткий? Ребята, сегодня ролик, где будут аниматроники нас жестко мочить. Он сзади, помогите, пожалуйста. Не-не, гусанечек, ты должен пожертвовать собой заради нас. Пацаны! Да не-не-не! Как он меня замочил? А, так тебе и надо. Он меня убил через стену, это законно вообще, слышишь ты? Так, пацаны, давайте ворота, наверное, отключим. Оп. Я буду на диване. Не трать энергию. Это ворота на газу. Подожди. А их заглючило, что ли? Походу. Вот смотри, их заглючило ворота. О, все, прошло. О, Фредди. Привет, Фредди, здорово. Как дела у тебя? Неадекватный. О чем говорит? Кто знает английский? Саня. Если ты хочешь уйти, там... Уходи. Что-то гениально. Еще я могу руку даже так, смотрите, просунуть. Вкусная пальцем. Говорит. Смотри, я через решетку могу руку просунуть. Эй! А! Не кусайся! Так, стоп. Стоит, смотрит. Убежал. Так, с этой стороны ждем. Угонишь, сквозь бабушки текстуры пролазят. А интересно, он может отогнуть ворот, если он будет толкать их? Потому что тяга не сильно большая стоит. А не может. Попытка хорошая, но у тебя ничего не получится. Это кнопки голимые, браков, надо их вернуть в магазин. Нет, давай. О, я даже не знал, что тут гмот есть. Вы видите эту надпись тут? Да. Ух ты. Офигенно, кстати. Вроде мелочно, но прикольно сделано. Давай. Так, и что с воротами делать? Я знаю, надо пойти перезапустить электричество. А как нам выйти? Пацаны, я сейчас отогну ворота, мы проходим. Вы готовы? Давай. Ты сильный. Так. Конечно, я сильный. Я прошел. Ого, ты. Ого, нифига себе, я их выгнал в другую сторону, что ли? Да. Так, тихо. А, блин. Да ты ненормальный, что ли? О, пацаны, ворота разглючили. Ну, давайте проверим, работает? О. Так, оп. Так, если что, я готов закрывать. Я руку держу на кнопке. Где он? Вы его видите? Нет. Осторожно, очень давай осторожно. Давай пойду на разведку. Нет, вот он. Есть, я успел. Давай, я держу. Очень село. А где он? Эй, ты что там делаешь? Ну выключи. Так, если что, я успею нажать. Бабушкины калитки рулят. Ребята, напишите в комментариях, кто помнит бабушкины калитки из старых роликов. Кто помнит, напишите, мы помним. Это будет круто. Посмотрим, сколько нас олдскульных подписчиков осталось. Так, он ушел. Так. Где он? Тут его нет. Блин, как же это страшно. Я еще, знаете, чем классно? Я могу светить в одну сторону, а смотреть головой в другую. Смотрите, как это круто, необычно. Он зашел! Да блин, он отогнул ворота! Ой. Да кнопки опять глючат. Кто их... А, это ж я делал. Да я делал кнопки, да что? Да что такое? У нас в шкафу гость. О! Опа. Что тебе надо у меня дома? Выходи отсюда. Исчез. Куда он делся? Вот он сзади! Осторожно, пацаны. Будьте внимательны. Ты неадекватный аниматроник. Я его в угол тащу. Давай, бей его. Нет. Ну не надо, не надо, пожалуйста, не убивай тебя. Ой, себя, меня. У Санька. Так, пацаны, я вспомнил, мне надо кое-куда сходить. Очень страшные аниматроники. Мне надо опять сходить сюда. Так. Ой, хорошо. Ну не мешай, ну ты видишь, охранник пришел в туалет. Ну не мешай. Все, отлично. Да блин, я и так затем много в туалет хожу, хватит. А я в ванной посижу. Ты в ванную сходишь, что ли? Да блин, он задрал. Так, пацаны, я вспомнил, мне надо сюда сходить. У, я запрячусь. Блин, я слышу, как ворота кто-то не выключил из вас, пацаны. Раскочится энергия и все. Блин, надо пойти выключить ворота. А, это добрый. Привет. Ты такой хорошенький. Я могу твои глаза потрогать?
Какой экстрят его. У него глаза классные, пацаны. Блин. А как ты убил и меня, и себя? Ты что, псих, что ли? О, ворота выключились, отлично. Так, пацаны, мне понравилось трогать кровать. У нас... Давай я заподниму. Так, смотри, у нас будет две кровати теперь. Ура! Во, смотрите. Перестановку сделали. Стой, а попробуй еще вот эту штуку взять. Какую? Вот эту вот. А эту? Давай. А вдруг три будет. А, не-не-не, нельзя. Не, ну можем вот так, типа... О, типа диван смотришь? Ой, диван. Телевизор смотришь. А я могу еще что-то взять? Я могу эту штучку взять? Да, не могу. Ты лампу можешь. Так, лампу могу. Так, я могу еще что взять? О, ну попробуй эту игрушку взять. О, я могу эту игрушку взять. Включите, включите. Включай. Эй, кидай, кидай, кидай по нему гранату. А, блин, с этой стороны. Я держу ворота. Пацаны, я держу. Толкай, толкай, толкай. Не-не-не-не-не, ты не пройдешь. Ты можешь не держать. Да блин, ну кто? Ну пацаны, ну что вы делаете? Слышь ты! Псих! Я живым не дамся! Потому что... Если я его убил, пацаны! Хорош. Отлично просто! Вот так вот, ребята. Ну охранники сегодня жесткие. Просто аниматроники не знали, что нам дали мощные автоматы. А! Ну и не знали, что у нас есть мощные аниматроники. Я разозлился очень сильно. А! Меня убили. Я буду бесконечно стрелять. Где он? Псих! Вот он! Ты не выйдешь отсюда. А ладно, да ладно, ты смотри, что он делает. Запекал. А куда ты лезешь? Смотри, я его придавил! Ах, блин, не получилось, а. Всё, давай, всё. Давай дружить. Не надо, не надо, не надо. Ах ты какой красавчик, я могу... Пацаны, он добрый. А ну дай я потрогаю глазики. Ах, какой хорошенький. Ух ты, блин, ты стрёмный, урод. Ух, зря ты... Я прям вижу, внутри на зубах проволока есть. Опа, а что он делает? Так, он кнопки может нажимать сам? Это умный аниматроник, что ли? Так, 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 пожалуйста, не убивай нас. Там... А, он не знает, как двери работают, надо отжать кнопку вот эту вот. Не, не работают, опять сломались. Блин, да кто кнопки эти чинил, делал? Это он. Я тебя выпущу, аниматроник, выходи. Ползи, ползи. Да ё-моё! Да блин, ну пацаны. Я буду их держать руками, пацаны. Он не пройдет, смотрите, я держу. Не-не-не-не-не. Я держу со всей... Ого, он толкает меня, но не получится. Я помогу немного. Исчез. Так, с этой стороны. Сейчас с этой будет. Блин, прикольно, от забора тень так идет. Блин, где он? Я его видел только что. Там в уголочку тень была. Привет! Что ты хочешь? Вот скажи, что ты хочешь? Мы тебя не пустим. Хотя солнце это добрый аниматроник, правильно? Да. Ну, что он нам сделает? Давай его впустим. Ты думаешь? Давай. Ну давай. Открывай. Что-то они опять сломали. Так, стоп. Не, не вот. Так. Так. А у нас получается все на закрытие. А это? А, сейчас я тебя пущу. Заходи. Так, он пошел на другую сторону, пацаны. Так, я держу ворота. Не, он с этой... Ах, хитрый жук! Держу, 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 пацаны. Так, с этой стороны. Ах, какой хитрый, пацаны, а мы уже продержались минуту. Даже... Мы лучшие охранники, он не смог нас убить. Что, аниматроник, ты проигрываешь сегодня. Мы сегодня лучшие охранники. Я думаю, нам надо валить из этого дома. Ты думаешь? Да. Ну давай, я согласен. Пацаны, я поднимаю ворота, проходим.
По одному. А! Быстрее, пока его здесь нет. Я думал, он вас замочит. Я сам с этого хотел поорать. Но я знал, что так и будет. Нет. Предатель ты, Тима. А блин, я не предатель. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Давай, гусанек. Всем пока.